Здравствуйте, мои юные друзья! Сегодня мы будем повторно слушать Фараона трек «Соната». Я даже «Соната ей». Я даже помню, но тут клип, да? Мне кажется, я заценила. Чего не помню. Ну, сейчас я послушаю, про это или не про это. Вот, друзья мои, ну, перед тем, как мы, я напоминаю о том, что по ссылке под этим видео вы можете пройти на Максимов канал, который... Максим — это мой сын, если вы не знаете. И мой сын, у него игровой канал, вы можете поиграть вместе с ним и помочь его распространить. Короче, сделайте так, чтобы его знали как можно больше. Ну, а я написала книгу, которую выложила на Литрес, и тоже хотела бы, чтобы вы по ссылке под этим видео прошли, почитали ее про нашу счастливую советскую молодость и поняли нас лучше после этой книжки. Вот, потому что очень скоро выйдет следующая книга, которую вам тоже придется читать и распространять. Она про ваше поколение, друзья мои. А еще Максим сказал, чтобы я не забывала говорить про донаты, потому что мы уже вот сколько мы уже тут сидим, и последнее время совсем ничего не зарабатываем. А это, знаете ли, после работы пришел тут вам, заснял. То есть вот время сейчас, вот, чтобы вы знали, почти что 9 часов. То есть я до 6 работаю, и время 9 час, около, без 15:09. И во сколько я приеду домой, и никакой и порой благодарности, кроме там каких-нибудь матерных слов или ругательств в комментариях. Поэтому, друзья мои, делаем все, чтобы наш канал продолжал существовать. Итак, «Фараон», «Соната», есть. Ой-ой-ой, что тут только не валяется. Фараон косит под аристократа. Мальчик повзрослел. Ну, вы знаете, я все-таки не люблю такую песенку. Вот знаете, почему не люблю? Так вроде красивенько все. А каково это? Учиться чувствовать заново. Все? А вот... Вроде, ну, как бы про любовь, да, и все так и красивенько, все благородненько. Но вот мне, допустим, вот я почему не очень люблю Фараона, у него все-таки стиль такой, он такой размазанный, такое масло по хлебу размазанное. Я люблю такую музыку почетче,
поярче, чтобы и взлеты, и падения, чтобы какой-то драйв был, чтобы вот это все было. А у него такая вот такая мелодичная относительно, но она не мелодичная, потому что трэп, он такой бум-бум-бум-бум-бум, должен быть хотя бы. А он такой пи-пи-пи-пи. Я люблю такого. Фараон как бы не мой герой. Не герой моего романа, друзья мои. Ну, как бы вроде все красивенько. Я тоже люблю мелодичные музыки. Но не такие мелодичные, я люблю другие. Поэтому я ему 4 из 5 поставлю, потому что, в принципе, видно, что наш фараон подрастает. Он уже стал взрослым мальчиком. И вот у него там уже любовь. И такой он тянется уже к красоте. Ну, просто мне не нравится этот его стиль. А, как они? Что это? Детройт или кто это? Кто это? Он не Детройт. А кто он? Фараон, ты кто? Сейчас мы узнаем. Детройт – это Будды всякие. Да? А это не это? Всякие соды. Соды, это Детройт. Сейчас мы узнаем, в каком стиле поет фараон. И будет нам всем счастье. А если это неправильно, то вы тоже мне скажете. Не знаю. Ну, что там пишут? Ничего не пишут. Хип-хоп, клауд рэп, трэп. А, клауд трэп, да. Это клауд трэп? Клауд рэп? Ну да. Вот, все, я поняла, что мне не нравится клауд рэп. Вот такие вот дела. Всем пока.